звуки ностальгических нот, на волне позабытых мелодий. Вместе с вами ночное такси, городских серенад и рапсодий. На дорогах трехцветных огней позабудьте дневные тревоги. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Ночное такси сегодня и всегда с Александром Фроминым. Здравствуйте, наши уважаемые телевизионные зрители. Это программа «Ночное такси» на YouTube. Как и всегда, эти чуть менее получаса я, Александр Фрумин, буду рассказывать вам о музыке шансона по-русски. Именно этой музыке посвящен наш телевизионный канал. В этом году он отмечает уже 5 лет на YouTube. И в этом же году исполняется ровно 30 лет, как создана наша продюсерская компания, студия «Ночное такси», которая располагается в Санкт-Петербурге, в России. Как и всегда, в «Ночном такси» три рубрики. Это, во-первых, конечно же, рубрика «Близкое ретро». Здесь мы показываем ту музыку, либо то видео, которое записано более десятилетия назад. Также это рубрика «Лицом к лицу», то есть интервью, и в финале всегда альбомное видео. Мы снимаем для вас много альбомного видео, в среднем 420-430 песен профессиональным образом, естественно, на сцене в течение каждого года, и поэтому у нас всегда очень много свежего музыкального видео. Так что альбомный блок, вне всякого сомнения, для вас тоже должен быть интересным. Итак, начинаем. «Близкое ретро» в программе Александра Фрумина «Ночное такси». В рубрике «Близкое ретро» с удовольствием показываю моего замечательного друга Алексея Степина. Алексей родился в столице Татарстана, в Казани, но приехал в Москву уже достаточно давно, 20 лет назад. Тогда мы с ним и познакомились. В серии «Ночное такси» был выпущен самый первый его компакт-диск под веселым названием «Не плачь, Анюта». Алексей очень талантливый, очень добрый, очень искренний человек, абсолютно стопроцентный автор тех композиций, которые он исполняет. Он сам сочиняет и стихи, и музыку, и, поверьте, делает все это очень здорово. Великолепный артистизм, конечно же, присущий ему на сцене. И поэтому сегодня в «Близком ретро» я показываю, конечно же, старое его видео, не то, которое мы снимали, его мы показываем в других блоках, а показываю то, что наверняка является для многих его визитной карточкой. С большим удовольствием я показываю видео на чудесную его композицию, которая носит название «Гули-гули». Сейчас, конечно же, вы по-доброму улыбнетесь. Итак, это Алексей Степин, это видео, которое было сделано в 1998 году. Смотрим. Гули-гули. 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 Не летайте надо мной, гули-гули, над больною головой, словно пули. Две Марусеньки мои, две лапули, на свидание не пришли, обманули. Две Марусеньки мои, две лапули, на свидание не пришли, обманули. Вместо девок шли стеной их папули, и меня они ой, звезданули. Так не летайте надо мной, гули-гули, над больной. Я в стогу им песни
печален. Я хороший, я пригожий и не пьющий даже. Это правда, вся деревня скажет. Я женюсь на убие и родню уважу. Это правда, вся деревня скажет. Это правда, вся деревня скажет. Я хороший, я пригожий и не пьющий даже. Это правда, вся деревня скажет. На свидание не пришли, обманули. Так не летайте надо мной, гули-гули, над больной головой, словно пули. В ночном такси рубрика «Лицом к лицу». В рубрике «Лицом к лицу» показываю фрагмент интервью замечательного Ефрема Амирамова. Нас познакомили слушатели программы «Ночное такси», познакомили в 1994 году, в первый год вещания «Ночного такси» на FM-диапазоне в Питере. Напомню, программа впервые вышла в эфир в ночь с 18 на 19 февраля 1994 года. Через полгода после этого состоялся первый концерт Ефрема Амирамова в Санкт-Петербурге, и один из наших слушателей, зная, что мы транслируем в эфире его песни, но не знакомый лично, меня с ним познакомил. Вот с тех пор уже более 20 лет дружим. Интервью, фрагмент которого я показываю вам в сегодняшнем эфире «Ночного такси», было записано в 2006 году в нашей студии. Тогда мы пригласили Ефрема Амирамова и его музыкантов для того, чтобы записать полноценный видеофильм и издать диск формата DVD. Вот в качестве бонуса для этого альбома и записывалось это интервью. Естественно, вы можете посмотреть этот фильм и это интервью полностью, конечно же, на нашем телеканале на YouTube. Итак, это Ефрем Амирамов в рубрике «Лицом к лицу». Это 2006 год. Я благодарен тебе за оказанное уважение, Саш. Я благодарен тебе за приглашение. Я благодарен, что ты, как творческий человек, решил потратить некоторое время собственной жизни, посвятив его мне, моему творчеству. И делай это, назову это передачей. Мне лестно, когда люди, умеющие что-то делать, обращают на меня внимание. Спасибо тебе. Я думаю, как с годами все в каждом человеке меняется, разумеется. И если первые альбомы, делая эти альбомы, создавая их, у меня было желание как нормального человека просто высказаться, быть услышанным. Сейчас это желание, конечно, не пропало. Но сейчас я уже более конкретно, ну, так сказать, обдумывая каждое свое слово, продолжаю бросать в мир, да, свое мировоззрение. Вот. И понимаю, что времени остается. Я так не специально включаю какую-то фатальность. Нет, ну, в любом случае, жизнь настолько неконкретная вещь, что в любой момент могут сказать где-то откуда-то «все, прекратили, конец». Вот и поэтому хочется каждое слово, каждый вздох и выдох, да, чтобы был конкретным, объяснимым. Сейчас, конечно, все мысли, все то, что концентрируется во мне, да. Я не знаю, я не хочу быть банальным, но, конечно, я ищу суть бытия, как каждый нормальный человек. Что такое хорошо и что такое плохо, в той или иной интерпретации каждый знает. Не у всех получается, да, жить по тому, что такое хорошо, но знают, что такое хорошо и плохо все. Зачем? Вот что действительно беспокоит. Именно все, что... Все, что во мне, посвящено именно поиску этого. Я понимаю, что даже находясь вот в самом низу, вершин не достичь в этом вопросе. Но не идти туда наверх невозможно. Невозможно. Вот, поверь мне, это не слова. Во мне стало меньше опломба. То есть я уже вот это то, что называется, не знаю, стоит ли об этом говорить или нет, звездность, да. Это, конечно, всегда приятно, да, быть узнаваемым и называться звездой. Но это уже настолько... незначительно, беспокоит меня, да? Вот. Конечно, хочется остаться своим мировоззрением в этом мире. Хочется что-то сделать для того, чтобы... Ну, мой ребенок, моя единственная дочь, да, и то, что останется после меня, в ее продолжении уже, да? Чтобы тот мир, который будет окружать тех, стал более совершенным. Я понимаю, что это слишком претензиозно, но именно этого хочется. Я не ною о судьбе, лучшее храня в себе,
и признанием тебе, и досаждая, привыкая к боли ран, я прощу тебе обман. Ты ж как в песне у цыган молодая, эх, молодая. Скажи мне, принцип амплакта, принцип живого концерта. Я знаю, для тебя всегда он был очень и очень важен. Мы играем сегодня на небольшой, хорошо оборудованной для этого клубной площадке. Почему именно таким образом? Почему без использования каких-то более современных технических средств, например, секвенций, барабанов, баса, что-то такого, что просто элементарно помогает петь, давая ритмическую основу? Вот это твой творческий принцип или это конкретная уникальная съемка, которую делает сегодня студия «Ночной такси» для этого DVD? Не, ну вот я не для хвастовства скажу, да, для некоторых вот живой звук, это как будто они делают что-то невероятное. Мы просто по-другому не можем работать. Дело в том, что каждый раз настроение разное, и каждый раз даже вот темп и то разного песни, да, иногда гонишь, потому что настроение такое заводит. Пар. Да, иногда та же самая песня звучит чуть ли не в два раза дольше. Все зависит от настроения. А со мной такие замечательные музыканты, мне так легче работать просто. Ты понимаешь, для того, чтобы петь вот под одну фанеру, да, это мне нужно действительно работать, мне нужно много-много репетировать, чтобы попадать, ну, чтобы классно обмануть людей. Понимаешь, а у меня на это нет времени просто. Мне легче делать то, что я сейчас могу делать. Если я молодой, если сегодня будет присутствовать голос, я его буду петь. Понимаешь, если у меня голоса не будет, я ее почти продекламирую. Но я буду делать то, что хочу, то, что могу, на что у меня ляжет настроение. Человек, который, может быть, первого я увижу напротив себя, он задаст мне сегодня все настроение. Я даже не знаю, каким этот концерт будет. И мне это устраивает. Я буду делать только то, что я хочу, а не то, что надо. А фанера это для меня это, ну, это тюрьма. Объяснить не объяснишь, и живешь, как будто спишь, а в бессонницу грешишь. Почему-то, а с тобою рядом кто? И ты надеешься на что? Ведь в этой жизни все не то, даже чудо. Эх, даже чудо. Альбомный блок в программе Александра Фрумина «Ночное такси». Наша студия всегда с удовольствием показывает вам новых талантливых людей. Замечательный человек Николай Орловский привел к нам совсем недавно питерского автора и исполнителя Андрея Татоненкова, который выступает под именем Андрей ТТ, сокращая таким образом свою фамилию. Вы знаете, мне очень нравится настоящая мужская песня. Нравится, когда человек знает, о чем поет и может это сделать. Конечно, эта музыка очень и очень погранична. Это где-то и рок-музыка, это смело можно сказать и хороший современный городской романс, шансон по-русски. Мне очень приятно, что мы познакомились с Андреем, потому что он действительно знает, о чем поет, и этот материал очень сразу быстро стал заметен нашей аудитории. Поверьте, вот очень сразу и быстро это бывает не всегда. Я сегодня показываю вам ту запись, которая была сделана совсем недавно, 12 апреля на 20-м фестивале памяти Аркадия Северного в Санкт-Петербурге. Напомню, для этого большого мероприятия мы взяли самый крупный зал Питера, государственный большой концертный зал «Октябрьский». Мне было очень приятно, что более 3000 питерцев присутствовало на этом мероприятии. И, конечно же, мне было очень важно, что они услышали ту новую музыку, которую мы им предлагаем. Сегодня я показываю фрагмент этого концерта, и Андрей ТТ поет для вас. Три десятка государей к своему соседу справа напросились как-то в гости. В ослепительном убранстве хлеб да соль и Ванда Мария. Тот сосед с тех пор отрава, жив оттуда в горле костью. Там молочные реки с севера на юг, там берега из киселя, там из меда поля. Там такие леса, что не расскажешь вдруг, вязы да бук и осени тополя. В 30-м государстве три десятка государей
Супротив соседа справа жить решили осторожно. Бодурманедова хмари, бодурманедова хмари, жизнь ничтожно коротает. Матершинник да безбожник, там на болотах все кикиморы да лешие. Там яга да горыныч, змеюга трехглавая. А мы бы нечисту причесали, проплешили. Вот только Добрыня с Булатом, да Ильюша с булавою. В 30-м государстве 30-ка государей осмелели, предъявляя своему соседу справа. Не открыто-то коварством, так уж повелось и старе. Вот думутят, замышляя на него найти управу. Улыбаются невольно государи днем и ночью, ищут повод подходящий, а пока надеты маски. Вот как будто он, да больно командир их несговорчив. В чешуе, как жар горящих, черт побрал бы эти сказки. Там кругом моря, от белого до черного. Там зарыты в земле богатства несметные. Там еще помнят кота, кота ученого. Там все еще любят Кощея Бессмертного. Там молочные реки до севера на юг. Берега кисельные березки украсили. Там такие леса, что не опишешь вдруг. Все дубы колдуны, тополя и ясени. Все дубы колдуны, тополя и ясени. Все дубы колдуны, тополя и ясени. Ну, вот и все на сегодня, дорогие друзья. Это была программа «Ночное такси» на YouTube. Я, Александр Фрумин, как и всегда, провел с вами эти чуть менее получаса. Естественно, я всегда предлагаю вам и радиоверсию нашей программы тоже слушать. Кстати, радиоверсии «Ночного такси» записываются веб-камерой. И вы можете видеть их, конечно же, и на телеканале «Ночное такси» тоже. Но я думаю, что некоторых вполне может интересовать и потоковое онлайн-вещание. Итак, «Ночное такси» каждый четверг с 22 до 24 часов выходит в эфир из нашей студии в Санкт-Петербурге на наш портал шансон24.net. Программа записывается по трансляции и затем дважды транслируется радиостанцией «Русский Берлин» на 97,2 МГц FM в столице Федеративной Республики Германия. Естественно, я сообщаю теперь и даты трансляции в Германии. Ровно через неделю после оригинального эфира в России с 21 до 23 часов, время вещания центральноевропейское, программа звучит в Берлине первый раз. Затем она же транслируется еще раз, но уже в понедельник следующей недели с 22 до 24 часов, время вещания также центральноевропейское. Сигнал, подаваемый на 97,2 МГц FM в Берлине, дублируется и на сайт радиостанции «Русский Берлин», поэтому вы тоже можете слушать нас в повторе оттуда, но уже не из зоны РУ, откуда транслируется оригинальный эфир, а из зоны ДЕ. Я, Александр Фрумин, искренне благодарю вас за внимание и, конечно же, как и всегда, прощаюсь до следующей недели. На волне ностальгических нот, на волне позабытых мелодий, вместе с вами ночное такси, городских серенад и рапсодий.